На единственном в мире янтарном комбинате ведется промышленная добыча янтаря с помощью мощных гидромониторов. Но чтобы добраться до нужной породы, приходится вскрывать слой прибрежной земли примерно в 40 метров. Янтарь – хороший материал для украшений. Он легко поддается обработке. Но человеку нужно вдохнуть в него частичку своего таланта, чтобы камень заиграл. Все эти изделия созданы настоящими художниками, мастерами, которые трудятся на берегу моря в поселке с прекрасным названием «Янтарный».